За чистыню на березе традиционная республиканская акция «Чистый водоем» пройдет в Беларуси с 11 по 19 красавика. Яна в первую шаргу накирована на экологичное выхование усіх слоев населения, притягнение уваги до проблемы забруджування водоемов, приведение в порядок прибережных зон. Для удела у акции треба звернуться в районную организационную структуру Белорусского товариства поляўничих и рыболовов. Там все растлумачать и выдадут необходимые инструментары. Можно и самостоятельно приехать в любимое место отпочинку и прибрать смети с участку береговой линии.